знаем, что дети пьют из поильников сидя, лежа, стоя, на прогулке и даже во сне. Некоторые предпочитают трубочки, некоторые предпочитают пить из чашки. Как, например, из этой чашки 360. А еще в ассортименте Манчкин есть поильник, из которого можно пить из трубочки лежа. Манчкин предоставляет возможность выбрать поильник, который подходит именно вашему ребенку.